каждый раз, когда я сталкиваюсь с буквальным смысле слова буллингом в свой адрес сети, и буллингом осознанно многие годы, здесь огромное количество медийных средств, которые в буквальном смысле это делают с поразительной любовью, в кавычках, в мой адрес. Я вспоминаю то, чему меня учил Тендерков. Если ты стольких раздражаешь, значит, у тебя важное и ценное дело. Я раздражаю очень многих, значит, я живу не зря. Приятно. Когда мы беседуем, мне приносят книги с надписью «Александр Асмолов с глубоким уважением». Он не успел передать при жизни. Варь Жванецкий. Ух ты! Это произошло вот сейчас. Александр Григорьевич, я когда к вам собиралась в гости, спросила своих коллег и одногруппников из университета, что им приходит в голову первое, когда они слышат Александр Григорьевич Асмолов. И вот получился такой интересный ментиметр. Харизма, психология, личность, интеллигенция, преадаптивность, вариативность, вовлеченность и вовлечение, гуманность, толерантность, ВГОС, инфодемия, культура достоинства. Что из этого списка особенно приятно слышать? Прежде всего, мне близок весь список. И ваши коллеги очертили то психосемантическое поле, как говорят ряд аналитиков, в котором я чувствую себя уверенно и уютно. Это все те моменты, которые для меня значимы. Что для меня очень важно. Многие годы я занимаюсь психологией и психологией личности. В этом году наше общение происходит, когда в 2022 году часы моего преподавательского времени показывают стрелку 50 лет. В этом году 50-летие профессиональной жизни. И я все время чувствую себя человеком, как символ для своей жизни незавершенного проекта. И рад этой незавершенности. Все характеристики, которые дали ваши коллеги, я воспринимаю как эпитеты, даже если они существительные. Потому что они передают, пожалуй, многие из ключевых ценностных установок моей личности. Все это ценностные установки. И ответить на ваш вопрос, что мне ближе? Достоинство, преадаптация, интеллигентность. Это все равно, что отвечать на вопрос, ты кого больше любишь, маму или папу? И каждый раз, когда попадаешь в напряжение этого вопроса, то начинаешь так или иначе метаться и не знать, что же сказать. А это метание психологически очень интересно, потому что, когда ты выбираешь разными истинами, между разными истинами, взвесить на весах, какая истина истине, достаточно тяжело. Но я всегда говорю, что мое направление в жизни, и эта формула, которой я придерживаюсь, это направление от культуры полезности к культуре достоинства. И через эту оптику, которая наиболее всплыла в моем сознании еще в годы Матвеевской газеты, то есть это были 87-88 годы, она стала для меня наиболее значимой. Вот Гёте, будучи не только великим поэтом, но еще и тайным советником, дипломатом и так далее,
отвечая на вопросы, уточнял, вам как ответить, как поэт или как тайный советник. Вот Александр Асмолов – великий ученый с обширным спектром научных интересов. Я подглядываю, потому что не запомнишь. Общая психология, психология личности, историческая психология, этнопсихология. Добавляйте. Когнитивная психология, психофизика. Этнопсихология, я уже сказал. И, конечно же, нейрокогнитивные науки, вот, которые для меня невероятно важны. Очень важна эволюционная психология, очень важна эволюционная футурология и широкий цикл антропологических дисциплин. Недавно, чтобы ощутить всю безмерность, а слово «безмерность» наиболее подходит к этой ситуации, мир антропологии, в который я ныряю, я попросил мою коллегу Марину Гусельцеву сделать как бы коллаж, показав, что такое антропология, которую она использовала в своей книге «Антропология в современном мире». И меня даже это потрясло. Если бы я хотел отвечать на этот вопрос, я вдруг бы ответил странно. Два ответа. Один лаконичный и академичный. На грани академичности и нахальства. Он звучит так. Что является символом личности? Многояйность. Личность имеет многообразное «я», и об этом я говорю всегда. А лучше всего то, к чему я стремлюсь, что в культуре ценность приобрела метафора, мифопоэтическое мышление, а не только разлагающее на отдельные единицы точная объяснительная наука. Вы упомянули замечательного мастера, на которого я опираюсь, который был и тайный советник, и автор теории цветного зрения, и разработчик дипломатических многих исследований, и, конечно, мастер Фауста и мастер юного Вертера. Так вот, у него есть строки, отвечающие на ваш вопрос, чего я всегда боюсь, и обозначающие для академического ученого зону или поляну рисков. Во всем подслушать жизнь спеша, спешат явления обездушить, но если в них нарушить одушевляющую связь, то больше нечего и слушать. Поэтому мне не хватает, чтобы быть академическим ученым, академического разума и академической отстраненности. Я увлекаюсь, я могу нафантазировать, но это другой стиль мышления. Сегодня люди испытывают палитру совершенно разных чувств. Ненависть, страх, чувство вины, чувство стыда, в то же время гордость, какое-то ликование, да, совершенно разное. Как во всем этом не потеряться человеку, как не пойти чужим путем и не принять ни свою точку зрения, сохранив свое достоинство? Ведь этому подвержены не только взрослые, естественно, но и дети. Один из моих любимых вопросов, и пусть он странно прозвучит в этой обстановке, звучит так. Как остаться человеком в бесчеловечное время? Этот вопрос у меня вспыхивал время от времени, и он ассоциировался с близким моему сердцу строчками одного из моих любимых бардов Александра Галича. У него есть такая поэма о шарманщике, в которой рассказывается, как обезьянка была на плече у шарманщика, играла иногда музыка. Он ходил, это происходило на Дальнем Востоке. И рассказывая, как всегда, эту удивительную историю, Галич говорит: «Ах, какая странная эпоха! Не горим в огне, но
тонем в лужах. Обезьянке было очень плохо. Человеку было много хуже. Так вот, сегодня человеку много хуже. И когда человеку много хуже, он растерян, у него возникает чувство вины, как было сказано, чувство боли, чувство стыда, и он начинает как бы терзаться этим. Сегодняшнее время – это время переживаний по Федору Василюку, от слова «пережить», а именно как найти выход из безвыходной ситуации. И в этих перипетиях встает вечный вопрос. Можно ли остаться таким, как ты был вчера? Можно ли прибегнуть, сам того не осознавая, к могучим механизмам психологической защиты, которые помогают совладать с ситуацией? А их много. И Зигмунд Фрейд, и, как мы шутим, Анна Зигмундовна Фрейд, его дочка, описали их блестяще. Но при этом, когда я совладаю с собой, я защищаюсь, я хочу себя инкапсулировать и одеть на себя рыцарский доспех психологической защиты. И при этом пытаюсь остаться таким, как был. Этого нет. Этого не происходит, говорю я. И поэтому добавляю, а может, это вообще не со мной. И вот эта реакция, что мы оказались в трагедийном сне, который проснешься, кажется, взглянешь на улицу, даже там будут тучи или солнце. Пусть тучи, пусть солнце, но сон все равно прошел, но сон не проходит. Мы верим, как преадаптанты, как готовые к изменениям, что все это рано или поздно схлынет. Мы не приговариваем себя к тому, что мир рухнул. Мы не приговариваем себя к тому, что, по сути дела, фундаментализм в стиле инквизиции занимает сердца людей. А мы говорим, мы не занимаемся самоприговором. И поэтому банальная вещь. Был такой философ Федоров. У него была философия общего дела. Банальная вещь и вместе с тем антибанальная. Продолжать делать свое дело еще более, я бы сказал, рьяно, еще более энергично. А потому что наше дело – это дело взращивания человечности. Мы вплетены в смысловую матрицу. И в этом плане полное ощущение, что будет свет. И полное ощущение, что свет в нас. Нам не надо искать луча света в темном саду. Нам надо лучиться самим. Когда вокруг многое меркнет, надо, как магический кристалл, начать излучать добро и человечность. Не случайно провела параллель. Вы, занимаясь психологией, всю жизнь так или иначе связана с социальной, управленческой и политической деятельностью. Легко ли это сочетать и в какой ипостаси вам комфортнее именно сейчас? Что такое жизнь в мирах управления? Для каждого это разное. Для меня жизнь в мирах управления, которая началась с приглашения Геннадия Алексеевича Ягодина, человека, который был моим учителем в мире управления, это возможность принятия решений, которые влияют на развитие системы. И вот этот выбор, находясь в управлении и достигая определенных позиций,
всегда надо делать. Ты в жизни управление ради управления, или управление для тебя, как бы сказал Выгодский, культурный инструмент принятия решений или культурное средство. Вот это для меня главное. Поэтому, когда для меня управление выступает не как самоцель, а культурное средство, с помощью которого больше вероятность трансформации систем. Чтобы не быть голословным, и это было понятно, несколько моментов. Я мог сколько угодно говорить, находясь в позиции преподавателя, доцента или профессора психфака, факультет психологии МГУ, что без вариативности нет развития. Но в 2001 году, в декабре, вышла моя статья о вариативности «Рубенс против Дюрера», где я стал критиковать понятие альтернативности образования. И это уже было семантическое поле, которое хотел ввести, чтобы расширить диапазон возможностей развития учителя, ребенка, человека. А что произошло дальше? А дальше произошло следующее. Ключевой для вариативности были школы Занкова, школы Ильконина Давыдова и другие точки опоры. Их, когда я начал свою работу в позиции заместителя министра образования по просьбе Эдуарда Днепрова, было очень мало. Их были считанные единицы. Когда я завершал эту деятельность в 1997 году при приходе Владимира Михайловича Филиппова, а главное при приходе Примакова, их было намного больше. Если бы через министерские позиции мной не было введено жестко стратегия вариативного образования России, вариативность так и осталась бы научным понятием. И когда это вводил, очень интересно к вашему вопросу соотношение управленческой позиции и академической. Я четко понимал, когда я говорю о вариативности, я исхожу и тогда исходил из идеи вариативной эволюции, предложенной замечательным нашим антропологом Алексеевым, который, в отличие от дарвиновской эволюции, погашение разнообразия направлено на поддержку любого разнообразия в широкой экуменической системе разных видов. То есть я брал это понятие и в основном из мощных эволюционных концепций. И сейчас для меня этот путь в моей идеологической, методологической позиции стал главным – поддержка разнообразия. Я тогда не знал, что ключевым законом жизни является закон востребованного разнообразия, который сформулировал Гёте. Этого я не знал, а опирался на эти работы. А потом это пошло во всех школах. И дальше я представляю, у меня бы ничего не получилось, если бы, например, вместе с Любовью Кизиной я не придумал и нагло ввел исследовательско-проектную позицию в образовании, введя такую конструкцию школа-лаборатория, как своего рода типология. Что за этим стояло? Право на поиск, разрешение на поиск. Это близко к тому, что мой коллега Александр Адамский называет теперь инновационные площадки. Позиция, которую я занимал в образовании, интересная мысль пришла сейчас в голову. В известном смысле позволила с 1992 по 1997 год превратить образование в инновационную площадку. Продолжите, пожалуйста, фразу. Если бы у меня было больше времени, я бы тогда... Я бы тогда больше был с моими сыновьями. Я больше времени было, я больше был с теми людьми, которые для меня любимы, и с которыми я бы хотел не осчастливать всех и все,
хотелось, чтобы у них было больше возможностей и перспектив в жизни. То есть я был бы больше всего с близкими для меня людьми. Если бы у меня было больше времени, я бы куда больше был со своими любимыми учениками. Потому что это дает счастье. У меня такие ученики, которые делают мою жизнь наполненной смыслом. И если Франкл говорил, что главная трагедия жизни – это трагедия и переживание бессмысленности жизни, то смысл придают и мои дети, и мои ученики, и мои учителя. И то, что последнее время я сделал, это отвечает вашему вопросу. Я мечтал сделать интеллектуальную грибницу, в которой вместе бы были те, кого я назвал, и мои самые близкие друзья. Я себе никогда не прощаю, что мало общаюсь с Вадимом Петровским. Если бы у меня было больше времени, я бы наслаждался его речью, его мыслями и его идеями. Если бы у меня было больше времени, я бы жил больше со значимыми людьми, которые в меня вносят вклад. И счастье работать с феноменом, который я называю феномен двоящейся фигуры с учениками. То, что мы не раз обсуждали. Когда мои ученики становятся моими учителями. Вот как сейчас работающая со мной Соня Сорокина, которая в буквальном смысле слова идет своим путем. Каждый из них идет своим путем. Каждый из них автономен. И они лучше часто понимают, как жить, чем я. Когда-то, когда была трудная ситуация у моего 7 лет друга с его 7-летнего возраста Дмитрия Леонтьева, я сказал, я чувствую, что тебе нужен больше простор. Давай ты станешь вместо меня заведующим кафедрой психологии личности. Он помолчал 30 секунд. Размышления пробежали по его лицу. А потом он сказал, никогда, у тебя не кафедра, у тебя семья. А быть заведующим семьей очень трудно. Ты точно. Я не случайно этот вопрос задала, я сама об этом просто очень много думаю. О чем мне нужно жалеть? Вот о каком времени потраченном на что-то или на кого-то не нужно жалеть? Абсолютно. Более всего меня пугает и огорчает раскол внутри одной семьи, раскол между друзьями из-за разницы позиций. Как остаться адекватным человеком, сохранить целостность семьи, добрые отношения внутри семьи и с теми людьми, с которыми ты раньше был как родной, с друзьями со своими? Любая интимно-аффективная общность, которой является семья, тоже проходит проверку на мой типовой вопрос. А за что ты меня любишь? Вот. Если ты любишь не прагматично, а просто так, если ты ухитряешься видеть в ней Беатрича, а в нем Данте, то такая семья не распадется. Даже если у Беатрича будут и у Данте, прости, у Петрарки разные взгляды. Старая формула. Нет повести печальней на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте. А теперь перенесем ее во времени. Джульетта говорит, я поддерживаю боевые действия, а Ромео, да что ты, ведь за этим смерть, ведь за этим боль, за этим стирание человечности. Можно ли представить такую ситуацию? Можно, только если он не Ромео,
а она не Джульетта. Также в семье. Семья проходит проверку на межличностную человеческую прочность. И если в семье идеологические установки взрывают семью, то так тому и быть. Лучше разойтись в сторону, потому что это доказывает, что он не любит ее, а она не любит его. А если это родители? Это относится и к мужу и жене, это относится к детям и родителям, это относится ко всему. Я не могу помыслить ситуацию сам, говоря о своих детях, что у меня может возникнуть с ними при всем их различии ценностный диссонанс, как бы они ни были различны. Вот. Один скорее смолчит, а другой выступит как активный трансформатор этой реальности вместе со мной. И нас объединяет в этой ситуации закон сбережения друг друга. Вот. Это первое. Мы думаем, какие бы ни были политические и идеологические вихрения, прежде всего должны быть мы вместе. Мы сейчас занимаемся медиадеятельностью с подростками, о чем я вам рассказывала неоднократно. И когда мы, так скажем, мониторим темы и проблемы, которые волнуют детей, и составляем вот как бы пул самых актуальных, как ни странно, на первом месте не буллинг, как мы предполагали, да, что он должен быть, например, да, не разделенная любовь, а отношения с родителями. Причем разговариваем с разными детьми из разных городов, из разных школ, но как-то вот в первую очередь всегда отношения со взрослыми. Ну, что называют, да, дети, какие аргументы? Взрослые нас не слышат, не понимают, ставят нам себя в пример. Вот как вы думаете, о чем могут мечтать сегодняшние подростки, и может ли сдаваться образец будущего тогда, когда сами взрослые отчаянно хватаются за прошлое? Тот вопрос, который поднимается, он трагедийный вопрос. Он вопрос драмы. Я говорю, что вообще образование, школа и семья – это пространство поиска понимания между разными поколениями. И это не просто слова. За этим стоит очень большая, серьезная картина жизни. И мы все время говорим, наши дети нас не понимают. И как замечательный мой друг Анатолий Мудрик откопал все эти выражения, ну и молодежь пошла, когда говорили в Древнем Египте и в Шумере, и говорили, ну и молодежь пошла. Я помню высказывание Шумеры. Если наши дети, эти дети приведут к власти, то у страны нет будущего. И они всегда ужасны. А на самом деле есть две стратегии коммуникации с поколением. Мифопоэтически оформленных. Одна из них звучит так. С печалью я смотрю на наше поколение Лермонтов. Или блестящее «Здравствуй, племя молодое и незнакомое». Когда я слышу эти пушкинские слова, вспоминаю Сергея Казарновского, который начинает каждую встречу с людьми и детьми «Здравствуйте, добрые люди». Хорошим людям «Здравствуйте, добрый день». Надо прежде всего понимать, говоря с подростками «Здравствуйте, добрые люди», и не пытаться по многим причинам, в том числе чисто аналитическим, как это подсказывала Маргарет Мид, что это совершенно другие поколения, людьми, которые уже прошлые в каком-то мере, так исторически складывается жизнь, рисовать чужое будущее. Вот. Это взаимно. Не надо говорить, что дети – наше будущее. Учил меня Зиновий Герд. Говоря мне и Евгению Ямбургу, Саша,
Я не могу понять, почему все вокруг говорят: «Дети – наше будущее». А дальше следовала мудрейшая формула. У детей свое будущее, а у меня свое. Говорил мне 70-летний замечательный мастер мысли и великий актер Зиновий Герд. И он прав. Мы во власти стереотипов. Если дети – наше будущее, давайте сбацаем, простите за неинтеллигентное слово, для них тот или иной образ будущего. Это самая ключевая ошибка наивного конструкционизма. Это абсолютно ложная позиция. Не устаю восхищаться характеристикой детства великого философа Анри Бергсона. Он задавал вопрос, что больше всего радует нас в детстве? Неопределенность того, кем дети могли бы стать, кем бы могли быть. И когда смотришь на ребенка, в них великое множество жизней. И это вообще, когда смотришь на личность. Поэтому дети сегодня 9 лет, 10, 12, 17, они стали более автономными, более спонтанными, более ищущими себя. И когда взрослые говорят, им ничего не интересно, они прагматичны, они настроены только на то, чтобы быть потребителями. Я вспоминаю о механизме, который Зигмунд Фрейд назвал проекцией. Не приписывайте свои скрытые установки современному детству. Только что Сбергруппа провела блестящее исследование детства, дала психологические портреты молодежи от 14 до 28-30 лет, где было показано, насколько безграничны поиски наших детей. И это здорово. А вы пользуетесь социальными сетями? Но можете в них прям вот зайти и остановиться на какой-то переписке, дискуссии к посту, комментариях? Я иногда захожу, когда обращают внимание на те или иные переписки и комментарии, но бывает это крайне редко. Я о себе говорю все время, говоря, что дети – это цифровые аборигены, а я цифровой мигрант, человеком юрского периода. Но у меня же есть замечательные ученики, и в том числе мои дети. И Гриша говорит, мой сын: «Папа, вот эту переписку и комментарии стоит нырнуть и посмотреть. В Фейсбуке это стоит посмотреть». Я активно пользуюсь WhatsApp, это не сеть, но все равно через него выхожу, да, на очень многие вещи. И YouTube, и WhatsApp, и Telegram. Я каждый раз, у меня в Телеграме столько всего, что я ныряю это и смотрю. Но жить в какой-нибудь сети ВКонтакте или, например, в Фейсбуке я не живу. Это, хотя и есть моя страничка, которую в коммуникации со мной ведет Григорий Асмол. Удивительно, что вот злость, ехидство, оскорбления, они летят в адрес не только известных людей, а просто вот, да, вот так, в дежурной переписке под постом. С чем связано это состояние человека? Я недавно, общаясь с коллегами, которые сделали тему, посвященную буллингу, задумался, что такое травля. И увидел, как человек, который занимается историко-эволюционным подходом и преадаптацией, что в разных формах, условно говоря, травля выступала в самых разных эволюционирующих системах. Ее задача, грубо говоря, не высовывайся. Ее задача – погашение и элиминация разнообразия, убийство разнообразия. Травля – это уникальный уравнитель, будь как все. Пределом травли является то, что, например, замечательный мастер Кундера назвал торжество незначительности, а то, что есть книга, недооцененная у нас,
Пелевина, которая называется «Маленькая книга, антропологическая книга, зомбификация». Так вот, травля – это механизм уравниловки. И поэтому, когда человек, который прибегает к травле, за этим стоит могучий комплекс его недоношенности в социальном смысле слова и неполноценности. Когда человек травит других, он тем самым доказывает, что он становится заложником социально-психологических механизмов зависти, травмы и воспринимает себя как униженный, обойденный, ему недодано. Травля – это комплекс обиженных, озлобленных людей. На заседании Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Владимир Путин поручил включить в образовательные программы педагогических колледжей и вузов дисциплину или модуль, так правильнее, наверное, сказать, направленную на раннее выявление предпосылок девиантного поведения у детей и подростков. Как вы считаете, с какими рисками это сопряжено в реализации и как скоро это может быть реализовано? Когда мы имеем дело с образованием, когда мы имеем дело с детством, опорами для правильных принятий решений является мощная методологическая научная основа, профессионализм и, главное, включение счетчика рисков, мониторинга рисков любого решения. Как только кто-то говорит, что есть предпосылки девиантного поведения, то это зона серьезнейших рисков. И на этой почве появляется огромное количество непрофессионалов, которые по коммерческим мотивам начнут создавать системы платформ диагностик, компьютерной диагностики, показывающие, что тот или иной ребенок склонен к агрессивному поведению, деструктивному поведению, суициду, что он может так или иначе заняться шутингом, буллингом и так далее и тому подобное. Подобного рода вещи методологически, научно несостоятельны, а этически убийственны. Поэтому я понимаю как исследовательскую задачу диагностик причин сложного поведения подростков, в том числе деструктивного поведения. Я понимаю, что если мы не займемся диагностикой в раннем детстве, то потом будем лечить детей в кавычках, в колониях. Я имею в виду колониях, в которых осужденные. Поэтому любые неосмотрительные решения здесь невероятно опасны. И здесь то, что может быть политик, это одно, а то, что может сказать психолог, это другое. И с моей точки зрения, с психолога должно больше спроситься. Только что произошла чудовищная трагедия в этот понедельник, когда вступление от имени Российской Академии Образования было сказано, что на основе психогенетических исследований четко установлено, что мальчики куда более способны к математике, чем девочки. Вот подобного рода, я бы сказал, гендерный расизм, за ним что стоит? Непонимание, за ним стоит неадекватность культурной аналитики и непонимание, что схемы, в которых генетика, ген определяет прямо поведение, нейрон прямо определяет сознание, или, как говорил создатель американского бихевиоризма Джон Уотсон, стимул определяет реакцию, это все примитивные, упрощающие реальность схемы. И здесь я всегда помню слова Георгия Петровича Щедровицкого, которые повторяю огромное количество раз. Простое решение сложных вопросов – это путь к фашизму. Отвечая на вопрос о семье,
тепляковых, так скажем, можно ли сказать, что ребенок в большом спорте или в любой другой деятельности, которая, скажем так, лишает, крадет у ребенка детство, подвергается опасному эксперименту? Прежде всего, говоря о этих родителях, я обозначил то, что не рефлексировалось. А именно эксперимент. Второй вопрос – опасный, не опасный. Но главный конструкт, главный акцент, когда мы экспериментируем на детях, которые нас об этом не просили, это всегда риск. Я обозначил зону серьезного риска для детства. Это первое. И не впадал в странные характеристики, диагностики без исследования. Это особо хочу подчеркнуть. Когда же мы помещаем ребенка в синхрофазотрон как частицу развития, вот так ускоряя его жизнь, то, простите, отвечу словами не Выгодского, а Высоцкого. А жизнь мелькает, как в слепом кино. Мне хорошо, мне хочется смеяться, но счетчик щелкает, и все равно в конце пути придется рассчитаться. Именно поэтому, даже когда создавались те или иные нормативные документы, как в госдошколке, первое было принцип поддержки разнообразия, принцип поддержки автономии каждого периода детства. Я повторял и повторяю расценивание любого периода жизни, особенно детства, как финалистского периода, где есть заранее данная конечная цель, это превращение ребенка в выполнение той или иной навязанной ему цели. Я повторял этот абсурд, этот парадокс. Мы были в рабстве схемы, что детство – подготовка к школе, школа – подготовка к профессии, профессия – подготовка к пенсии, пенсия – подготовка к смерти. Получается забавный круг. Наша жизнь – это подготовка к смерти. Вдумайтесь в абсурдность и никчемность этой логики. Поэтому за вашим вопросом, что любая акселерация, любая возгонка, любое ускорение – приводит к тому, что мы проскакиваем те или иные этапы развития, это чудовищно опасная вещь. Я скажу вам более странную вещь. Была когда-то такая организация. Называлась она Советский Союз. Советский Союз объединил в себе огромное количество этносов с разными укладами жизни и сказал: «Живите только так». Вы уже в этом периоде. Тем самым целый ряд широких ареалов культур проскочили через разные этапы жизни, через разные этапы Средневековья. Они могли быть еще в Средневековье, но они его не прожили. Вы помните, были этапы Возрождения, Ренессанса и так далее. Проживание определенных культурных периодов, как учит замечательный мастер понимания образования Библер, вещь необходимая. Поэтому каждый раз, когда мы хотим прожить другие периоды, мы делаем правильную вещь. Мы усваиваем культуру этих периодов. Если вы не знаете культуры Эллады, вы не современник 21 века. Если вы не знаете Леонардо или Микеланджело, вы не современник. Тот же так же. Если вы не прожили свое детство, где вы неповторимы, где у вас сверстники есть, где вы живете в детской субкультуре, это абсолютный риск. Сегодня именно детская субкультура, возвращаясь к вопросу о коммуникации между поколениями, является ключевым драйвером развития и основой творческого потенциала человечества.
как только вы их загоните в мир взрослых, приговор Выгодского сработает. Теперь уже Выгодского. Будущее вундеркинда в его прошлом. Эти слова Выгодского должны висеть как формула перед всеми теми, кто хочет как можно скорее, чтобы ребенок стал олимпийским чемпионом и ничем больше не занимался. Как бы вы охарактеризовали здоровое взрослое общество сегодня? Здоровое общество – это общество, в котором ключевой ценностью является поддержка разнообразия друг друга. Здоровое общество – это общество, которое отбрасывает тоталитарную формулу «незаменимых нет». Здоровое общество – это общество, в котором уникальные решения в непредсказуемых ситуациях достигают неповторимой индивидуальности. Вот что такое для меня здоровое общество. И я такое общество, в котором люди владеют искусством общения непохожих людей, искусством толерантности, называю толерантным персонифицированным обществом. А вы можете сформулировать, что такое взрослый человек? Взрослость и зрелость – это ответственность за принятие решений. И я всегда говорю, когда командир мушкетеров, которому как Д'Артаньяну было, ну, там 24-25 лет, а мушкетеры стояли рядом, бородатые мужчины по 40-45, говорил им: «Дети мои», то мы тем самым видим, что и детскость, и взрослость, говоря языком Выгодского, через призму Выгодского, это культурно-историческая категория, за которой прежде всего стоит ответственность за принятие решений и страхование рисков детства. А если бы у вас был такой шанс, возможность подарить своему любимому человеку что-то нематериальное, что бы вы ему подарили? Блестящий вопрос. Отдаю на него материальный ответ. 2 года назад в Великобритании была введена новая виза, которая называется Talent Visa. Вот когда принимали в самые разные университеты людей одаренных, если бы у меня была возможность подарить что-то нематериальное, то я прежде всего подарил бы ему тот образ жизни, в котором он может найти себя и сказать: вот, может быть, ты его выберешь, и предложил, будучи как Господь Бог, несколько образов жизни. Будущее образование будет таким образованием, которое будет предлагать детям те миры, в которые они могут выделаться как личности и найти себя. Поэтому я в буквальном смысле хочу, чтобы у моих учеников и у моих детей были те пространства развития, в которых они будут находить себя. А уж как это сделать? Я для этого есть, и пока смогу, буду успевать это делать. Разгадыванию какой загадки вы бы посвятили себя, ну, в той деятельности, в которой преуспели бы, но в которой не занимаетесь сейчас?
Для меня главная загадка – это загадка личности. Я в ней и преуспел, и занимаюсь сейчас, и буду заниматься, пока у меня хватит дыхания и сил. Загадка личности, которая могла бы расправить плечи и жить в культуре достоинства. Если у меня будет силы дальше делать эти проекты, я буду их делать. И я при этом понимаю, что человек – это всегда незавершенный проект. А что вы считаете своим звездным часом? Своим звездным часом я считаю тот час, который наступит.